Всем привет! Обзор новых моих покупок. Покупок было за эти недели очень много. Покупки разные. Часы, бижутерия, бронза, елочные игрушки. Очень много было разных сделано покупок. Всем огромное спасибо за многочисленные комменты, за лайки. И я вам сейчас покажу, что было приобретено. Приобрел я вот такого вот бронзового Будду. Будда старый. Купил я его на слете за 4000 гривен. Я думал, человек захочет дороже за него, но за 4000 гривен он его согласился отдать. Я его приобрел. Внутри у него есть, ну, что-то есть. Я договорился, чтоб его просканировали в больнице. И я вам потом расскажу, что там внутри. Там может что-то есть, может что, чего, ну, вообще ничего нету. Может мусор какой-то. Потому что Будда старый, и, по-видимому, его вскрывали. Потому что крышка не родная. Вот он шевелится, там что-то. Но, видно, давно вскрывали. Ну, не знаю, посмотрим. Я отдам его на рентген, и рентген покажет, что там. Также, очень много разной бижутерии. Я ее просто в коробке скидываю, потому что у меня нету времени ее перебирать. Это разные запонки. Вот на днях приобрел я кучу также бижутерий. И попались вот такие вот бусики. Я сначала не обратил внимания, думал пластик, но оказалось, это янтарик. Уже начал перебирать и увидел, что это янтарик. Вес у них небольшой, но все равно приятный. Также по серебру есть серебряные изделия разные. Есть брошки ломаные, это на лом пойдет. Есть колечки. Колечки нужно будет чистить. Я это все буду приводить в порядок. Вот такой вот браслетик интересный. 925 пробы. Вот такой вот интересный цирковой клоун. Непонятно, есть какая-то проба, но она потерта, я ее не могу увидеть. Ну, проверю, серебро или нет. Ну, по виду как серебряный. Также огромное количество часов. Люди звонят постоянно. У меня в день по 2-3 выезда. Я выезжаю и приобретаю очень много разных вещей. У меня уже накопилась огромная коробка под ремонт. Это и электронные часы, и наручные разные часы. Это и в позолоченных корпусах, и в обычных белых корпусах. Очень много начали предлагать часов. В день 2-3 часов я покупаю. Также приобрел я вот такую вот интересную тарелочку. Тарелочка настенная. Не стесняйтесь, берите. Если предлагают китайские вам вазы, или вы на квартире где-то видите китайские вазы, берите. Вот такое вот клеймо. На английском Made in China. Это хорошее клеймо. Не стесняйтесь, берите. Это 50-е годы вазы. Они очень хорошо продаются. Вот такие вот настенные часики. Часики еще не проверял. Не знаю, рабочие или нет. Елочные игрушки. Также попалась вот такая вот снегурочка. Она не резиновая, а какая-то поролоновая что-то. Елочные игрушки сейчас пользуются хорошим спросом. Даже обычные стеклянные шары 70-х, 80-х годов неплохо начали продаваться. Если это вот такие вот сюжеты, что-то там, курочки, гусочки, обычные подвесные, даже не на прищепках, они очень хорошо продаются.
Кстати, чтобы вы знали, даже битые игрушки забирайте. Люди их реставрируют и очень хорошо покупают. Если это редкие игрушки, не отказывайтесь, покупайте их. Вот такой вот фотоаппарат я купил. Кодек. Это фотоаппарат одноразовый, но он упакованный. Я еще не проверял, не смотрел, в какую они цену. Ну, забрал, я его не задорого забрал. Также приобрел я очень интересную женскую украинскую одежду. Вот такая вот рубаха длинная, поясок, полностью все, полный комплект. Еще и красные сапожки туда идут в придачу. Просят показать, пишут на Viber мне много, просят показать, как я оформляю свои листочки, ну, рекламный листочек. Вот таким вот тут образом я его оформляю. Но вы ищите свой способ, как максимально быстрее и эффективнее привлечь людей к тому, чтобы они вам звонили. Ищите любые способы всегда. Способ, который новый, всегда будет эффективнее вот этих бумажек. Вот эти вот буклетики, ну, бумажки, вот эти вот рекламные листочки я даю людям, и люди раскидывают их по почтовым ящикам, так в руки дают. Где-то бабушки во дворах сидят, где-то дедушки в домино, там в шашки, в шахматы играют. И вот такие вот листочки раздают, и люди звонят. Очень много людей звонят. Также просили вы показать, как я, ну, как у меня оформлена комната, где у меня находятся мои предметы. Вот здесь вот у меня находятся елочные игрушки. Я ими пока не занимаюсь, потому что у меня нету времени. Я купил, аккуратненько их сложил и буду уже чуть позже разбираться ими. Наверху у меня вот бюсты стоят. Здесь у меня керамика, это фигурки всякие, тарелочки. Вот такие вот сувенирчики всякие. Мне очень легко и быстро найти тот предмет, который я продал. Я не лажу по коробкам, не ищу, где оно может быть. Я все по полочкам расставляю. И я знаю, где у меня какой предмет находится. Только предмет продан, я сразу знаю, где он уже находится. Также у меня вот здесь вот деревянные изделия. Здесь шкатулочки, матрешечки, сувениры всякие. Также у меня здесь настольные игры. Это все вот аккуратненько у меня сложено. Здесь у меня специальный отдел, где у меня находятся там самовары. Несколько самоваров уже продалось. Я новые самовары вот поставил. Здесь у меня самоварчики всякие. Всякие интересные изделия из металла. Чуть ниже полка у меня вот здесь вот столовый гарнитурчик, вот комплект. Это Польша, старая Польша. Ключики, заводные ключи от часов, потому что часы попадаются, обычно они попадаются без ключей, и я беру ключики и завожу. Здесь у меня вот полка ножи разные. Также я уже поставил вот такой ящик и скидываю туда мелочь. Мелочь не перебирается, ничего, будет время, буду перебирать. А так продаю ее, дают нормальную цену, я ее сразу же продаю. Здесь вот у меня отдел. Вот эта вся керамика, она там под реставрацию, с какими-то дефектами. Вот красивая композиция, но есть щербатина. Это все под реставрацию.
Вот, вот такая вот фигурка была. Я не усек ее и разбил. Отбил вот кусочек. Буду вот это все продавать как под реставрацию. Может, одним лотом это все поставлю. Также есть вот Германия. Красивая фигура. Но у козлика отбиты рога. У мальчика голова отбита, приклеена. Я забираю даже битые фигуры, потому что люди их реставрируют. Также вот эта вот рыбка, я не помню, кому пообещал, Полине, по-моему, пообещал. Полина, вы мне скиньте на Viber свои координаты, я вам ее вышлю. Здесь у меня находится отдел с разными солдатиками, игрушками скиндеров. Здесь у меня отдел еще, это не выставлялось на продажу, не фотографировалось, я сюда его ставлю. И чтоб не путаться, оно у меня здесь хранится. Вот это мое место рабочее, здесь я работаю, здесь я подготавливаю товар на продажу. Просят там какие-то монеты или еще чего-то, я отбираю. Здесь это все фотографирую и уже высылаю человеку, чтобы человек посмотрел и понял, нужны они ему или нет. Здесь у меня объективчики разные находятся. У меня все на своих местах. Все на своих местах. Я знаю, где какой предмет у меня находится. Здесь у меня полка отдельно с фотоаппаратами. Вспышки, фотоаппараты разные. Там полка у меня с этими пластиночками. Здесь вот пластинки пополняются. Я их привожу, будет время, приведу в порядок, переберу, где какие пластинки, потому что там и граммофонные у меня пластинки, и обычные вот пластинки. Если так люди звонят и говорят, надо такие-то, такие-то пластинки, я уже тогда перебираю и тогда уже людям делаю фото и выкидываю. И человек смотрит. Если кого-то что-то интересует, может, какой-то предмет заинтересовал, напишите мне на Viber. Под каждым видео есть мой Viber, есть мои координаты. Я сделаю максимально качественное фото и вышлю вам. Укажу, если есть дефекты у данного предмета, я вам укажу все дефекты. И мы с вами договоримся о цене. Может, вы что-то не увидели, но вас интересует, вы мне напишите, потому что у меня много товара, у меня еще на первом этаже очень много интересных вещей. У меня есть картины, настенные часы, фотоаппараты, рога, магнитофоны, патефоны. Вот, может, кого-то интересует, маяки. Маяки включаются полностью, работают, но кассета начинает работать и буквально там через 2-3 минуты отщелкивает. Может, или пружина слабая, или еще какой-то дефект, я не знаю, я сюда не лезу в них. Вот, вот так вот. Пишите свои комментарии, если вам нравятся такие видео, ставьте лайки. Предметов у меня очень много, постоянно пополняются. У меня и сегодня несколько выездов будет. Я сегодня поеду, посмотрю, что мне предложат. Ну и за самый интересный комментарий, за самому активному подписчику будет вот такой вот приз. Вот такая вот, вернее, серебряный браслетик 925 пробы самому активному подписчику я подарю вот этот браслетик. Всем спасибо, до новых встреч!